Всем привет, дядь Юра дает прогноз на матч третьего тура группового раунда Лиги Европы Хоффенхайм-Слован. Статистика команд. Хоффенхайм в последних матчах играет чаще результативно, как правило, забивая и пропуская. Слован играет нейтрально в плане результативности, чуть чаще нулевые матчи. В первом туре Хоффенхайм обыграл Црвену Звезду 2-0, затем разгромил Гент 4-1. Слован в первом туре минимально уступил Генту дома, а на выезде во втором туре был разгромлен Црвеной Звездой 5-1. На выходных Хоффенхайм проиграл дома Униону 1-3. Слован не играл. Однозначно хозяева идут явными фаворитами на этот матч. И даже страшно подумать, что будет со Слованом, если по воротам Гента в предыдущем матче немцы ударили 33 раза. Тут особо прогнозировать нечего. Скорее всего будет что-то вроде 3-1. И это в лучшем случае для гостей. Из связки ставок тотал больше 3,5 обе забьют до 1. Самый высокий коэффициент стоит на обе забьют до 2.15. На тотал больше 3,5 1.81. На победу хозяев 1.14. Кто хочет непременно выиграть, ставьте на победу хозяев. Только не все деньги, ибо такие ставки на длинной дистанции убыточны. Для повышения коэффициента можно брать отрицательную фору. Какую фору взять, это уже решайте самостоятельно. В зависимости от своей уверенности в силе Хоффенхайма. Если же говорить об оптимальной ставке на этот матч, то можно взять тотал больше 3,5 за 1.89. Коэффициент хороший, ставка скорее зайдет, чем нет. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.